Поезд трогается со станции Аманкарагай. Там башенка деревянная. Мостовой кран. Места красивые, конечно, вон сосны. Не зря называется Аманкарагай, потому что Карагай по-казахски это сосна. Ну, возле домов сосен нету, а дальше вот они. Березы и дальше сосны. Это тополь раскидистый. А вон березки и сосны. Тут сосны совсем близко. Молодые такие сосенки. Видать, выросли после того, как их посрубали. Обычно близко к дороге их срубают. А дальше будут такие здоровые, большие. Сплошной такой сосняк, сосновые бары. Ближе к дороге вот березы растут. Да, название оправдывает себя. Аманкарагай.
такое озерцо такое.